Всем привет! В этом видеоролике покажу вам, как можно получить вот эти вот классные вещи, синюю шляпу, футболку и штаны абсолютно бесплатно и с очень маленькими временными затратами. Ну, то есть очень быстро можете получить. Итак, в первую очередь переходим по ссылочке в описании, попадаем на нашу страничку, здесь находим ссылочку на карту, нажимаем на эту ссылочку и давайте вам в первую очередь покажу, что у меня ничего нету, как бы, да, никаких новых вещей. Сейчас обновлю страничку и сами посмотрите. Вот у меня здесь первые очки, да, фейс какой-то, ну и дальше ничего такого. Давайте даже прокручу, посмотрите. Ничего. Заходим на эту карту, нажимаем запустить игру и ждем, пока она загрузится. При первом запуске вы сразу же получите бейдж. Сейчас, внимание, вот в этот угол, за который вам дадут штаны. Да, видите, получили бейдж. Сейчас давайте проверим. Вот мы получили, точнее, не штаны, а футболку. Нажимаем голосовать. Ну, это ничего такого. Переходим назад и смотрим, что мы получим. Так. Да, видите, мы получили футболку No Contrast T. Неплохо. Дальше в этом режиме вам нужно просто его исследовать. Можно вот зайти, забраться вот на этот пьедестал. За это вы тоже получите вещь. Не помню точно какую. Да, вот видите, получили бейдж. Давайте посмотрим, что нам дали. За то, что мы поднялись на пьедестал, мы получили штаны. Так, дальше я знаю точно, что мы получим еще шляпу, если пройдем вот через этот портал. Проходим через этот портал. Попадаем, к сожалению, в другую игру, но тоже получаем бейдж. Отсюда мы можем сразу же выйти. Так. Close Roblox. И давайте пока посмотрим и запустим еще раз. Нам нужно получить еще одну вещь. Так, смотрим. Да, вот мы получили шляпу. Весьма прикольная шляпа. Мне она нравится. Ну, если покупать ее, то я думаю, она стоила бы около 80 робоксов. Может, даже дороже. Так. Заходим еще раз и видим, что здесь мы не получили еще одну шапку, но вот получить ее достаточно проблематично. Вам нужно пройти вот этот вот паркур и собраться на самую вершину. С первого раза у меня ее пройти не получилось, потому что достаточно сложный паркур. Видите, многие падают, не у всех получается, но если вы круто проходите паркуры, да, умеете это делать, то, в принципе, справитесь с этим на ура, и проблем у вас никаких абсолютно не возникнет. Ну, на этом у меня все. Спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.